25 многодетных семей Черкесска получили землю в южной части города. С начала исполнения регионального закона власти республиканской столицы раздали данной категории населения около 800 участков. О том, кто имеет право на получение 600-ок, в репортаже корреспондента Артура Мхце. Эти кадры были сняты в июле 2014 года. Реализация в Карачаево-Черкесии регионального закона об улучшении жилищных условий для многодетных семей позволила властям Черкесска вручить документы на 6 соток земли первым 149 участникам программы. На данный момент в очереди на получение в собственность территории под индивидуальную жилую застройку числится около 900 таких семей. И это при том, что почти столько же уже воспользовались своим правом. Для постановки на учет в качестве нуждающихся в получении земельных участков граждане должны соответствовать следующим требованиям. Это дети должны быть рождены не ранее 17 июня 2011 года. Также в собственности у семьи не должно быть 15 квадратных метров на каждого члена семьи. И также от государства человек не должен был получать собственный земельный участок. Порядок предоставления земельных участков людям зависит от даты подачи ими документов, то есть своего рода живая очередь. Первые 6 соток многодетные пары получали в южной части Черкесска, неподалеку от нынешнего местоположения городского отдела полиции. Затем в течение 3 лет земля выделялась на востоке республиканской столицы. В 2023-м муниципальным властям удалось найти территорию рядом с МЧС. Поэтапно невозможно проанализировать все земельные участки в разных концах города, в разных частях города. Поэтому управлением имущества прорабатываются определенные кварталы. Если в 2012 году по 2019 год прорабатывалась южная часть города и изыскивались там земельные участки, то они там и предоставлялись семьям. А с 2020 года по 2022 год мы прорабатывали как раз таки восточную часть города полностью, где выявили вот эти свободные 265 земельных участков, также предоставили. В этом году из-за того, что земли в городе не так много, мы уже точечно прорабатывали каждую часть города и выявили 25 земельных участков в южной части города. Почему предоставление земли осуществляется путем жеребьевки? Это, можно сказать, оптимальный способ избежать возможного недовольства. Почему мы проводим жеребьевку путем, если вы видели, это когда в барабанах помещаются шарики с номерами, и уже каждый член семьи, который приглашается, он сам выбирает, как можно так сказать, свою судьбу, где именно расположен его участок. Чтобы как раз таки не было вопросов, что кому-то предоставили лучший земельный участок, кому-то хуже. Тут абсолютная открытость, что ты извлек из барабана, с каким кадастровым номером шарик, тот земельный участок вам полагается. Как отметили в мэрии Черкесска, сама программа бессрочная, то есть все, кто стоит в очереди за 600-ками для многодетных семей, непременно их получат. Правда, если человек трижды отказывается от предложенного варианта, он может быть исключен из очереди, после чего придется подавать пакет документов заново, чтобы оказаться уже в хвосте списка. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.